Игра в шахматы, только не с доской, а с картой в руках и на бегу. В парке интернационалистов прошло открытое первенство Фрунзенского района «Осенний ориентир». Задача всех участников – за минимальное время пройти дистанцию, нанесенную на бумажную карту, проложить путь и определить стратегию передвижения. Станции, где нужно отмечаться, теперь оборудованы электроникой, и бегущий, найдя такой пункт, должен приложить к нему чип, который выдавался на старте. А на финише вся эта информация считывается компьютером. В парке расположено 11 контрольных пунктов. На дистанциях самый сложный все 11, на более самый простой 4 контрольных пункта, также старт и финиш. Те, кто выходит первый раз, просто должны найти 4 пункта и вернуться, а те, кто проходит дистанцию уже более сложную, у них получается 2 петли, контрольные пункты находятся рядом, надо их не перепутать. Каждый из участников выступал сам за себя и получил индивидуальный зачет. Максимально короткая дистанция была меньше 1 километра, а самая длинная – 4,5. Ежегодное соревнование по спортивному ориентированию на этот раз собрало рекордное число желающих подвигаться на свежем воздухе. Дистанцию прошло более 300 школьников в возрасте от 8 до 17 лет.